Наркополицейские Челябинска и Свердловска пресекли крупную контрабанду героина. Из Киргизии на Урал привезли 10 килограммов белого вещества. Накануне оперативники поймали двух иностранцев с 6 килограммами запрещенного вещества. А в этой машине обнаружили 9 пластмассовых бутылок с героином. Здесь 4 килограмма наркотика. У иностранцев эту партию купил житель Екатеринбурга. Думал, разбавит и продаст подороже. То есть 9 полимерных бутылок с веществом кремового цвета, либо белого, кому как. В итоге у всех участников наркоканала полицейские изъяли 10 килограммов героина.